Погоди, плотва. Тебе этого не забуду. Помни, ведьмак, историю пишут те, кто посылает на виселицу героев. Спасибо, что жизнь меня спас. Помни, ведьмак, историю пишут те, кто посылает на виселицу героев. Еще немного, и рыцаря или ведьмака можно будет встретить только в сказках.
Нам мир. Даже наши жены стали покладистыми. Тысячи благодарностей, Белоголов. Эй, ты, турнирный чемпион! Может, тебе в колоколах какую скрипку дадут? Сука, принеси, подай, подевай. Ведьмак, не ведьмак, вкалывать надо. Старый медведь крепко спит. А вечером прыг в колокола, а там меня уже ждут. А вечером прыг в колокола. Ты отличный парень. Спасибо за помощь. Покладисти. Тысячи благодарностей, Белоголов. От хлеба крепче нога, а от вина рога. Thank you.
теперь помедленнее. Гади, плотва.
Шевелись, плотва. Лера, что-то здесь не так. Оставь меня. Оставь меня. Оставь меня. Оставь меня.
работы не в проворот, так обязательно надо было перепиться и заболеть. Простите, я занят. Смотри, чего мне друидка дала. Что это? Толченые грибы. А, я не люблю грибы. Вот глупые, их не едят. Выпьешь из них настойку, увидишь такое, чего никогда не видела. Например? Вчера, к примеру, я видела самого пророка Лебеду. Пришел ко мне домой. В чем мать родила? Ай, как больно! Чего вам? Работы не в проворот, так обязательно надо было перепиться и заболеть. Родишься таким страшилой, и ничего уже не поможет. Хода нет. Сударь Родерик не принимает гостей. А правда, что по науке, кто зерно сводит, тот и коров покрывает? Прохода нет. Поймали мы тебя, засранец! Да чего вам надо? Солнце ли, дождь ли, а тут всегда грязь. Святой и ясно теперь почему. Что ты помой перед мастерской льешь, мы сами видели. Хочется. Да вам показалось. Ну и как ты это объяснишь? Неважно, льет или солнце печет всю неделю, а тут всегда грязи по щиколотку. А я тут при чем? Погоды у нас в Поклере такие. Я тебе дам погоды! Это ты каждое утро помои выливаешь. Здесь и перед нашей мастерской. А люди себе обувку пачкают и к тебе чиститься приходят. Любезный, это ж заговор какой-то получается. Сейчас я тебе жопу ремнем заговорю. А ну пойди сюда. Оставьте его. А ты кто такой? Ведьмак. Идите-ка вы, откуда пришли. Я думал, ведьмаки от чудовищ защищают, а не пройдох охраняют. Мне с ним поговорить надо. Болтай сколько хочешь, только сперва мы с него шкуру спустим. Отвали! Так не пойдет. Тогда милости просим. Можем и тебе по случаю люлей выписать. Ноги тебе переломаем, приблуда. Что это значит? Что тут за драка? Кто зачинщик? Я выслеживаю бестию по поручению княгини. А, да. Что-то слышал такое. А эти здесь кто такие? Ничего особенного, так? Недоразумение. Мы уже разобрались. Угу. Понимаю. Протеже княгини мы трогать не станем, а вот этих... С ними другое дело. Пойдете с нами. Посидите в камере, в другой раз чудить расхочется. Идем. А вы, однако, умеете махать лапами.
работу часом не ищете, у нас был бы хороший дуэт. Да? Как ты себе это представляешь? Да преотличнейше. Я бы своим делом занимался, а вы стояли бы на страже. Ну и потом, вы сильнее меня, так что с утра носили бы помои, помогали бы грязь развозить. Значит, правы были мужики, которые хотели тебе люлей прописать? Жить-то как-то надо. Ну, так что, по рукам, уважаемый? Я подумаю. Интересует меня один человек. Сейчас, сейчас. До разговоров милости просим на креслице. У меня чистая обувь. В этом городе ни у кого нет чистой обуви. Разве что кто-то только что вышел от меня. Прошу. Ну, то о каком вы хотели спросить? Об одном твоем клиенте. Высокий, в хорошем черном сюртуке, не местный. Чужеземец? Что-то припоминаю. Скромная сумма могла бы освежить мне память. Сколько? Ну, скажем, 500 крон. Чего? Да ты с ума сошел. На что тебе столько денег? Да я вот дело хочу расширить. Понимаете, будку хочу с большой вывеской. И новый ящик, ваксу, щетки. А если денег хватит, еще в прачечную вложусь. Тогда за грязную воду платить не придется. Я вижу, ты уже все спланировал. А как же? Теперь осталось только денег найти. Ну хорошо. Может, как-нибудь договоримся? Вот видишь, я знал, что мы договоримся. Будь по-твоему, настолько я согласен. Премного благодарен, я этого не забуду. Ну, давайте к делу. Дядьку, которого вы ищете, я знаю. А вот как зовут, нет. Но он раз в пару дней заходит. Он всегда добрый, платит больше нужного. Знаешь, где его найти? Нет, но вы погуляйте тут. Вдруг он появится. У меня нет на это времени. Ты точно не знаешь, где его искать? Может, помнишь, откуда он приходит? Я когда обувку чищу, по сторонам не пялюсь. Кто куда идет, не смотрю. Я смотрю, у вас дела не очень. О, а вот и ты. Тебе лучше? Да, благодарю. Воздух местных некрополей для меня крайне благоприятен. Теперь позволь, я задам правильный вопрос. Видишь эту бутылочку, мальчик? Стоит добавить одну каплю в ваксу, и даже самый грязный башмак будет сиять, как купол собора Святого Лебеды. С ней ты без труда будешь чистить в 3 раза больше башмаков и получать больше денег. Она твоя, если скажешь, где живет человек, которого мы ищем. А вы ему ничего плохого не сделаете? Он, может, странный немного, но добрый. Нет же, это наш приятель. Но у нас с ним вышла размолвка, и мы хотели бы с ним поговорить. Я ему ботинки оставляю у одного дома в порту. У такого, с красной дверью. Но не знаю, там он живет или нет. Проверим. Может, найдем что-нибудь. Так, может, прежде чем вы пойдете, я позабочусь о ваших ножках? При всем уважении, обувка у вас могла быть и почище. Спасибо. В другой раз. Ты неплохо справился с этим малым. С детьми главное найти правильный подход. Ну-ну. Скорее уж подобрать правильную взятку. Вот ведь! Красная дверь. Это о ней говорил чистильщик. Thank you.
Даже не шелохнулась. Придется выломать. Умоляю, прояви немного такта. С тем же успехом ты мог бы стоять на улице, лупить в бубен и кричать: «Дэтлов, я иду за тобой». И что ты предлагаешь? Дай мне минуту. Уловка. Ты не думал стать взломщиком? С такими-то способностями. Я подумывал об этом, но решил, что это очень уж скучно. Пойдем. Он здесь? Ты чувствуешь его? Нет, его нет. Но он точно здесь был, запах все еще силен. Давай осмотримся. Старая игрушка никому уже не пригодится. Жаль, кто-то и раньше радовался. Эту игрушку недавно чинили. Нет следов на пыли. Эту игрушку положили здесь недавно. Забавная безделушка. Иногда я думаю, что окончу жизнь, как такая вот игрушка. Пойдем на чердак. Значит, это его гнездышко. Нужно осмотреться. Инструментами недавно пользовались. В перерывах между убийствами Дэтлов чинит игрушки? Оставь свое злословие при себе, Геральт. Красивая мелодия. И правда. Не знаю почему, но она напоминает мне о доме. О том настоящем, до сопряжения сфер. Смотри, карточки с фамилиями. Граф Криспи, граф Дюлак, Мильтон де Пейрак-Пейран, граф де Лакруа. Это жертвы Дэтлофа. Только это не его почерк. Все они написаны одними чернилами. Видишь цвет? Здесь краситель киноварь. Редкий минерал.
встречается только в Назаире. Но это немногое нам дает. Привезти чернила мог кто угодно. Верно. Но, возможно, стоит это запомнить. Смотри, тут пятно. От вина. Ничего необычного. Особенно в Баклере. Может быть. Но, пожалуй, это тоже стоит запомнить. Это по-прежнему ничего не дает. Надо еще осмотреться. Значит, за дело. Детлов Вандер Эретайн, ты не знаешь нас, но мы знаем тебя. Мы знаем, что ты вампир. Нам известно о твоей слабости к женщине по имени Реновет. Мы заточим ее в подземелье, кишащем крысами. Мы сдерем с нее кожу. Или ты можешь ее спасти. Для этого отправляйся в Баклер и определенным образом убей 5 человек. На каждое убийство у тебя есть 3 дня. Если не успеешь, вместо следующего письма получишь палец своей возлюбленной. Видишь? Это лучшее доказательство того, что Детлов убивает не по собственной воле. Кто-то его шантажирует. Есть мысли, кто это может быть? У Детлофа есть враги? У Детлофа бывают враги, но они долго не живут. Может, кто-то сумел сбежать? Возможно, но я ни о ком таком не знаю. И если такой существует, он чрезвычайно опасен. Впрочем, сам знаешь, ты же сражался с Детлофом. Думаю, это кто-то новый. Кто такая Реновет? Его давняя любовь. Единственная людская женщина, с которой он был близок. Она приняла его, и благодаря ей он нашел свое место в этом неприветливом для нас мире. Это она начала дело, которое я стараюсь продолжать. Ты встречался с ней? К сожалению, не имел чести. Она ушла от него до того, как Детлов меня спас. Хотя он всегда утверждал, что она пропала. Почему он так думал? Она оставила какие-то следы? Никаких следов не было. Вместе с ней исчезли все ее вещи, что опровергает тезис о том, что она была похищена. По моему скромному разумению, в один прекрасный день Детлов взбесился. Она увидела иное его обличие, которое ее потрясло, и тогда она ушла. Детлов не может примириться с тем, что она его бросила? Думаешь, это невозможно? Разве ты не знаешь людей, которые не сумели с этим справиться? А Детлов гораздо эмоциональнее людей. Она была для него не просто любовью, любовницей. Она стала членом его стаи. А стаю по собственной воле не покидают. Если она была для него так важна, почему он не искал ее? У вас, вампиров, есть свои способы. Думаю, для него это сущий пустяк. Геральт, как ты верно заметил, мы вампиры, а не чудотворцы. Он искал ее, ясное дело, много месяцев искал, но в конце концов сдался. А вот Реновет, скорее всего, узнала его достаточно хорошо, чтобы замести следы. Даже если тогда Реновет от него ушла, то в этот раз ее и правда кто-то похитил. Трудно с этим не согласиться. Еще труднее предвидеть, на что он пойдет, чтобы ее вернуть. Убивать он определенно готов. Ради Йеннифер ты бы сделал то же самое. Он убивает, потому что она для него важна, а эта кровь, эти люди, не имеют для него значения. Кажется, понимаю. Он спасает девушку из своей стаи. Именно. Очень мне интересно, что это за шантажист? Ты о чем? Дружище, некто похитил возлюбленную вампира, вынудил его убивать, хотя, как ты сам утверждаешь, он не убийца. Этот шантажист — настоящий мастер. Никто попало. Ты прав. И теперь я начинаю думать, а что если...
Что, если это один из вас? Вампир? Именно. Как все запутанно. Это просто гипотеза. Не стоит к ней привязываться, пока не узнаем больше. Верно. Подведем итог, что у нас есть. Кто-то шантажирует Детлофа и присылает ему листки с именами очередных жертв. Имена написаны одними и теми же назаирскими чернилами. Не его рукой. Немного. Достаточно, чтобы признать Детлофа невиновным. Да, похоже, он стал орудием в руках какого-то безумца, который велит ему убивать. Это правда. И это дает нам новую возможность. Если мы найдем Реновет, любой шантаж потеряет смысл. Мы снимем Детлофа с этого крючка. Вся эта идея... Может, стоит попробовать, но... Что с Детлофом? Я буду искать его девушку, он убьет очередную жертву? Не убьет. Я сумею его удержать. Я объясню, что ты друг и помогаешь нам. Я подожду здесь. Должен же он появиться. И он послушает? Да. Может, мне подождать с тобой? Нет. Он учует тебя за милю и просто не станет сюда заходить. Поверь мне, лучше я останусь тут один. Ладно, а я тем временем поговорю с княгиней. В таком случае мы будем ждать тебя здесь. Оба.